Воспитанники отделения плавания специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва номер 2 Мозырского района, по сути дела, начали новый сезон 2022-2023 годов. Только первое занятие – это не тренировки в воде на привычной водной глади, а развитие общефизических качеств, подготовка, так сказать, организма к непростым тренировочным будням. Сезон у нас начался, но пока мы работаем не в воде, а на суше. Работаем над подготовкой физических качеств и готовимся к серьезным соревнованиям. Ну, на воду мы будем выходить, где-то, как только нам откроют плавательный сезон, это где-то с 29 августа. И первые соревнования где-то у нас будут в октябре. То есть, конечно, соревнования – это очень важно. Это идет и как подготовительные... психологическая подготовка, то есть я это об этом всегда говорила, что чем больше дети участвуют в соревнованиях, тем он более подготовленный будет плавец. Вашему вниманию две воспитанницы отделения плавания с Дюшор номер 2, с кем связаны надежды тренеров и болельщиков этого прекрасного олимпийского с первых игр современности 1896 года в Афинах вида спорта. Я, в принципе, рада началу тренировок. Я давно ждала. Вот. Потому что я готова к этому сезону, я хочу поучаствовать в больших соревнованиях в этом году. В планах это чемпионат, а затем первенство. Собственно, вот эти два соревнования, которые хотелось бы посетить, скорее всего. Настя 16 лет, она яркая представительница своего поколения. А вот наша следующая собеседница помладше. Ей, Варваре Масейко, только 11 лет, но она уже борется на водных дорожках с старшими девочками, демонстрируя талант и стремление к высоким результатам без устали. Я не устала, мне все нравится, занимаюсь я плаванием где-то год 4-5 лет, меня все устраивает. У меня есть мечта выступить на Олимпийских играх, а может и завоевать медаль. Пожалуй, Варя Масейко – одна из самых талантливых плавчих Мозыря за последние несколько лет. И будем надеяться, что ее возможности позволят девчонке выступить на Олимпийских играх со временем. Ну и не лишним будет назвать имена специалистов, формирующих тренерский штаб с Дюшор номер 2 на отделении плавания. Лилия Ивановна Сайдакар, Елена Витальевна Полушкина, Владимир Александрович и Александр Владимирович Крох, Юрий Владимирович Жильский и Виктор Александрович Завадский.